Чёва, это не я, я думаю, я буду просто периодически что-то говорить. Дополнительно. И побуду, вероятно, не до конца, извините, доклада, я реально сорвался просто с работы, у меня сегодня рабочий день, вот. Сорвался с работы, а тут расписание поехало, но вы сами это заметили. Вот. А вот в этой штуке. А вы кто? А я Юра Веденин, я директор компании Юкспресс, вот, и основатель учебного центра IT-Mind, но, ну что, как? Да, скажи что-нибудь под эту штуку. Не работает, не работает. Давай, еще что-нибудь скажи, похож на космонавт. Похож на космонавт. Нет. Все, значит, слышат, да, меня все слышат? Да. Так, ну так меня все слышат. Ну давай, давай. Итак, привет всем. Пару слов обо мне. Буквально еще несколько лет назад я работала в банке. Я занимала очень хорошую должность, зарабатывала очень хорошие деньги. И при этом каждый день я возвращалась домой опустошенной. Я ненавидела свою работу прямо вот до дрожи в коленках. И каждый раз задавалась вопросом, а что дальше? Ну неужели так всю жизнь? Ну вот мы неужели вот так вот? Надо будет все время, да? А кто-нибудь еще работает или работал в банке? А у вас такие же симптомы? Меня поймут. Да. Что? Да. Что касается сейчас, я в IT. У меня нет никаких должностей, я просто специалист. У меня хорошая зарплата, конечно, не такая, как была в банке. Но при этом я просто счастливейший человек. Ну, реально. У меня крылья за спиной, у меня какое-то ощущение просто безграничных возможностей. И я понимаю, что все только начинается, да? Я и по поводу зарплаты. А, это тонкий намек ко мне, окей. Да, я сказал, что вы это директор этой компании. Я понял, окей. Шутку про зарплату понял. Да. И... Знак доллара меньше здесь у вас. Что-что? Знак доллара меньше здесь у вас, чем в банке. Я же поэтому говорю, что поменьше, это такое наглядное пособие. Зато улыбка какая. Зато улыбка, да, какая. Мне, как... А улыбка многого стоит на самом деле. И на самом деле тот прыжок, вот здесь на картинке все так просто, да? В жизни это не так. И мне это удалось не так легко. И вот, наверное, сегодня я хочу с вами... Ой. Сейчас я запуталась. Да, поделиться своей какой-то формулой. Как я перепрыгнула, да, из абсолютно другой сферы в IT. Ну и, может быть, чем-то мой опыт будет полезен и вам, я надеюсь. Итак, о чем мы сегодня поговорим там, за те 20-25 минут, которые у нас есть? Значит, ну, во-первых, это о том, что IT намного шире область, как многим из нас кажется. И на самом деле там столько областей шикарных, креативных, творческих, где, по сути, каждый человек по своим способностям, по своим талантам может найти свое дело по душе, да, свою работу, свое призвание. Во-вторых, я немного опишу тот волшебный мир user experience, с которым я столкнулась, я пишу его своими словами. Тоже как человек, который не айтишник, по крайней мере, я недавно в IT, я расскажу его на нашем с вами языке, чтобы, может быть, вы прониклись этим тоже, да. Потом мне нужна будет ваша помощь, реально ваша помощь в решении одного вопроса. Я вот Юлию его сегодня озвучу, вот, который, я считаю, есть в этой области. И, ну, и та помощь, как тот, кто предоставит наиболее, наверное, помощь удачную, получит от нас подарок книгу по UX. Ну и, наконец, я остановлюсь вот на своей выясненной формуле 24/7. Вот, и это не про часы, не про недели. Круглосуточный магазин, это совсем другое. Вот, мы на этом остановимся позже. Итак, как обычно видят IT не в IT, в большинстве случаев, да? То есть это вот такие ребята-разработчики, такой закрытый мир, который нам непонятен. Люди вообще с другим генофондом, образно говоря, составом крови и другим языком. И они среди нас, да? И они среди нас, да, как бы. И, ну, может быть, найти кому-то бы и хотелось, но страшно, мы не такие, мы не такими вообще родились, поэтому даже мы будем туда пробовать суваться, да? Ну, на самом деле все не так. На самом деле нынешние IT-компании – это, по сути, такие же компании в большинстве других сфер, да? Там тоже нужны люди,
умеют продавать и доносить идеи. Там нужны люди, которые умеют общаться и коммуницировать с клиентами, узнавать их потребности. Нужны люди, которые могут в голове изобретать вот это видение продуктов, чтобы потом их доносить нашим инопланетянам, разработчикам. Да, они классные ребята, там супер умнейшие, но, к сожалению, очень часто они разговаривают на совсем другом языке, чем конечные пользователи этих продуктов. И получается, что на самом деле, вот как я вижу, IT-сфера тоже нуждается в специалистах из других областей, специалистах, как я говорю, со свежей кровью, потому что все самое лучшее рождается именно на пересечении областей. Самые лучшие продукты, самые лучшие идеи. Но даже в IT это не везде понимают, да, и, но мне кажется, что лед тронулся, да, и пошел тренд такой, что вот сейчас вот это вот наше инопланетное общество айтишников начинает разбавляться другими людьми, да, другими талантами, другим темпераментом, другим бэкграундом. Другими цивилизациями. Что? Другими цивилизациями, да. И для того, чтобы понять вообще, как появилась сфера user experience, почему возникла мне необходимость, да, я хочу вам немножечко легко так по этапу показать вообще эволюцию IT-продуктов. Ну, на примере даже эволюции человечества, да? То есть, если взять с точки зрения дома, жилища, то в какой-то момент из пещер люди перелезли в каменные домики, да? И на тот момент это было просто круто. Даже то, что ты смог собрать камней, чтобы собрать себе вот этот дом, который тебя защищает от дождя, это было просто круто. Больше ничего людям не надо было. Потом научились строить там деревянные дома, и появилось понятие дизайна, да? Что ну, дома же можно делать красивыми. Можно где-то навесить там картинку, где-то иконку, где-то постелить скатерть на столе. И, ну, и домик будет ничего, и домик будет чем-то отличаться от остальных, да? Ну а потом уже с развитием технологий, когда в принципе сейчас возможно все, да, лишь бы были деньги, вдруг появилось понимание другого момента, да? Что дом мало того, что должен быть красивым, теплым, устойчивым, да, большим или маленьким, неважно. Очень важно, чтобы в доме была соответствующая атмосфера, чтобы туда захотелось приходить и не хотелось уходить, да? И на самом деле ведь никто до сих пор не знает, за счет чего эта атмосфера создается. Ну вот, за счет чего, ну почему ты иногда заходишь в дома богатые, с шикарным дизайном, да, там, с тремя этажами, но тебе слишком на иголках хочется скорее туда выйти, да? А иногда залишь в однокомнатную квартиру, там тепло, настолько тепло, уютно, что ну, вот хочется там просто остаться всю жизнь, да? Вот это магия, я называю, да, вот этот вот опыт людей, да, из чего складываются вот эти ощущения, которые формируются в голове, это магия. И на самом деле в IT-продуктах происходит то же самое. Вначале, что у нас было с IT-продуктами? Достаточно было вот таких программ с командной строкой ввода, да, люди, которые умели этим пользоваться, а тем более люди, которые умели их вообще писать, как код для таких программ, ну, это были просто вот небожители, да, как говорится. Кто здесь из прошлого так же, как я, кто знает, что такое DOS? Ой, шикарно. А кто знает, что такое BBS, например? Такая аббревиатура. Ой. Поговорим на перерыве, ностальжи будет. Но в двух словах, коммуникация, когда вот это удивление возникало, что ух ты, я что-то пишу, а оно что-то не отвечает, я могу написать какую-то команду в строке, там, в командной, и оно выведет что-то на принтер. Уже, блин, было магия какая, вообще круто. Уже оно, в принципе, работает, и от этого был, ну, как бы класс. Ну, я говорю про свой опыт, у меня там, компьютер появился где-то в 5-6 лет, это был не IBM, это был ZX Spectrum еще, ну, или Byte, если там на постсоветский манер говорить. И это было, вот, ну, вау, просто круто. Ну, это ты говоришь про свой опыт, да? Да. Вау. А того, что ты мог писать команды, и оно тебе отвечало, да? На самом деле, многие люди, чтобы писать эти команды, да, ну, они готовы были разбомбить компьютер в стену просто, чтобы, да, чтобы понять, что там писать, чтобы компьютер отвечал, образно говоря. И потом появились вот такие интерфейсы, да, все стало легче с ними взаимодействовать, стало понятно, по крайней мере, что ты нажмешь на кликабельную кнопку, получишь какой-то результат. Появилось понимание дизайнов интерфейсов, стали появляться сайты такие наляпистые, как светофоры, все соревновались друг с другом, кто быстрее обратит на себя внимание. Снежинки эти падающие, если помните, под Новый год, да, на сайте? До сих пор есть. Да. Конечно, есть. И на тот момент это было тоже круто. Но, как обычно, эволюция не стоит на месте, и сейчас мы пришли вот сюда. Сюда, когда, по сути, создать красивый, хороший интерфейс, ну, не так сложно, и, в принципе, каждый, там, получивший, сможет что-то такое сделать, да?
когда технологически, возможно, уже навешивают на IT-продукты там любые плюшки, любые фичи, да, как бы, и они будут работать. Но что случилось сейчас? Появились миллионы продуктов, миллионы разработчиков, миллионы компаний, которые производят эти продукты и так далее. Вопрос в том, а как же сделать, чтобы люди их покупали? Да? Как сделать, чтобы конечные пользователи среди миллиона программ выбрали вот именно ваше приложение, да, влюбились в него просто, рекомендовали друзьям, хотели им пользоваться вновь и вновь, да, как бы, где же зарыта эта магия, чтобы вот сделать свой продукт таким вкусным? Так вот, эта магия зарыта именно в области user experience, да, или UX, вот, о которой я хочу с вами сейчас поговорить. А вы уже привыкли за сегодняшний день, что вот все, кто рассказывает, они рунглишем пользуются таким user experience, UX, ASO, там что-то и так далее. Это ок вообще всем? Или переводить все на русский? Нормально. Держимся. Тогда держимся еще какое-то время. Окей, значит, что происходит сейчас? Эволюции практически не поддалось. Это мышление наших любимых разработчиков, программистов. Ну, потому что они всегда были умнее всех, они, наверное, с точки зрения разработки есть умнее всех, да. И они смотрят так сверху вниз на нас, пользователей, муравьишек, как бы. И любой вопрос, связанный с тем, что мы не знаем, как пользоваться, мы не знаем, как там, достичь своей цели с помощью приложения или сайта, заканчивается тем, что, ну, вы просто мозги подправьте немножко, ну, подучайтесь, да, как бы, прочитайте эти 25 инструкций, которые вот в этом отдельном разделе расположены, и все поймете, да. Значит, и поэтому и появилась сфера UX, да. Вот это примерно то, что происходит сейчас при взаимодействии между пользователями, да, и разработчиками. Вот это как мы видим их. Вот это то, как они видят нас, да? Ну, дикарями с дубинами, которые там компьютеры пробуют что-то там с компьютером, с приложением сделать. Так вот, сейчас понадобился переводчик, который бы стоял вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Переводчик, который бы переводил нашим любимым инопланетянам, что же на самом деле хотят эти аборигены, да? Ну, как сделать то, чтобы они ели то, что им предлагают, пользовались этим, любили это, да? И переводчик для того, чтобы, ну, наверное, аборигенам переводить с программистов лучше не надо. Вот. Ну, по крайней мере, все их функции перекладывать так, чтобы их понимали мы, пользователи аборигены, это тоже нужно, да? И вот этим занимается вот именно вот эта огромная область user experience и user experience специалистов. И я сейчас начну, как бы, я в своем понимании выделила несколько компонентов, из которых UX-специалисты готовят свои вкусняшки, как я называю, да, потому что если мы хорошо поработаем над продуктом, у нас на выходе получается пирожное, которое хочется съесть, да, которое нравится, которое покупаешь вновь и вновь. И для того, чтобы это пирожное появилось и получилось, да, нужны определенные ингредиенты. Значит, первое – это human-centered design, да. Значит, я специально ушла в своей презентации от научных умных описаний этих терминов. Я хочу описать их нашим языком, хочу описать их так, как чувствую, понимаю я. Вот. На самом деле, это проектирование продукта, которое начинается с определения целей пользователя, да, и оттуда уже дальше переходит на функции продукта и так далее. Что чаще всего случается сейчас, когда проектируют не по принципу human-centered design? Вот вам вопрос. Здесь перечислены функции продукта. Обычно точно так же функции IT-продукта достаются разработчику, то есть функции, которые заказчик продукта посчитал нужно сделать, их точно так же передают разработчику. Скажите, пожалуйста, если бы вы были разработчиком, что создали бы вы здесь на основании этого описания? Машина? Трактор? Угу. Кто сказал мотоцикл? Квадроцикл. Ага. Какие-нибудь еще варианты есть? Вы вообще бы ничего не создали на основании этих функций? Вообще ничего? Так. Окей. Ну хорошо. У нас есть машина, квадроцикл, трактор. Подающая машина. Слушайте, поминайтесь, молодой человек, креатив прет просто. Юра, это наш. Вот, ну, а на самом деле давайте теперь сюда добавим еще
те задачи, которые нужны пользователю от этого продукта. Что в результате получается? Да, все абсолютно поменялось, да? Так вот, очень часто у нас продукты, IT-продукты разрабатываются именно на этом подходе, когда просто знают фичи, функции продукта, которые должны быть, да, и совсем забывают про это. И в результате вот у меня иногда складывается впечатление, что разработчики очень часто пользователи представляют именно так, при разработке продукта. Ну, согласитесь, что наверняка многие из вас сталкивались с тем, что... Обычно это происходит, когда ты вот приложение сделал, отдаешь пользователю, а потом смотришь, как они им пользуются. Ну, второй ингредиент – юзабилити. Я думаю, здесь ничего объяснять не надо. Мы часто сталкиваемся, даже не... Давайте просто оставим это здесь на какое-то время, да. Вот. Ну, то есть, сами понимаете, это не фотошоп. Это реальная ситуация, которая случается в нашей жизни. И это не про изобилити, это про отсутствие, да, изобилити в нашей жизни, скажем так. Вот. Изобилити, что мы понимали изобилити? Это удобство пользования продуктом. Это возможность с помощью его сделать свою задачу, достичь своей цели, да, легко, быстро и эффективно. Ну, например, вот здесь, да, понятно, что легко, быстро и эффективно это не про этот случай. Я уже про верхние картинки вообще молчу, это больше, наверное, мальчики поймут. Вот, теперь перейдем к юзабилити интерфейсах. Это Facebook, между прочим. Эта картинка была сделана в 2015 году. Юра, я попью. Да, в 2015 году была сделана картинка, и, по сути дела, когда выбираешь, выпадаешь в списке дату рождения, он предлагает, в том числе, 2014 год. Как бы, никого ничего не смущает. Современные дети вас посмотрят. Ну, не что. Детские страницы, мне кажется, у вас есть детей в Фейсбуке. Хорошо, да, хорошая тема. Только там написано, why do I need to provide my date of birth? My, not my child. Обратная ситуация была в ВКонтакте, когда у них наоборот можно было поставить минимум 14 лет и 12-летний, там, 11-летний. Ну, мы сейчас не из ВКонтакта, но из еще одного ПО покажем. То есть, я абсолютно согласен, для детей можно создавать, но тогда надо немножко по-другому позиционировать и писать, как, если вы создаете аккаунт для кого-то другого, тогда вот. А так... Ну, вот, да, еще тоже прикол. Ну, не повезло, чуваку, ну, Яну не видно, да? Ну, так родители назвали. Ну, либо становиться Яной, ну, либо я не знаю, что это. Ну, да, судя по всему, что разработчик тоже не совсем русский. Имя слишком короткий. Вот, ну и, как бы, вот, мне очень нравится эта цитата Алана Купера, как бы, наверное, основателя вообще этого понятия User Experience из его книги, что на самом деле юзабилити — это качество продукта, да, и оно как наждачная бумага, да, вы с помощью него можете отшлифовать тот продукт, который у вас получился. Но сделать из стула стол у вас не получится, да, то есть это не нужно пробовать, да, с помощью этих методов, да, сделать из одного другое. Ну и, наконец, вот это мое любимое, это тот мир, с которым я соприкоснулась, в принципе, достаточно недавно. Что в моем понимании user experience, да? Ну, в научном понимании это вся совокупность чувств, эмоций, ощущений, которые у клиента, у пользователя складывается после взаимодействия с вашим продуктом. Да? Это больше даже не про то, как он чувствует себя, когда он взаимодействует с продуктом. Это больше про то, что у него остается вот здесь, когда он заканчивает. То, что он будет помнить о вашем продукте, что он будет испытывать, когда будет вспоминать ваш продукт, захочет ли он возвращаться обратно. Да? Ну, почему я говорю, что для меня это магия? Потому что на самом деле, да, как с атмосферой в доме. Вы попробуйте угадать, как сделать так, чтобы атмосфера в доме была классная, уютная. Есть определенные объективные законы, да, там, в дизайне и так далее. Да, и можно следовать, и это поможет. Но все равно всегда остается вот эта вот щепотка магии, которую не угадаешь. Почему некоторые продукты с обалденными интерфейсами, просто там с фичами, всем не взлетают? Почему они никому не нужны? Почему иногда бывает на рынок попадает продукт, на который ты просто смотришь, и ты понимаешь, что, ну, боже, ну кто же его вообще придумал, да? Ну, у него миллионы пользователей. Его обожают, его шарят, да, и как бы все, просто
Это магия, это необъяснимо. Но есть, конечно, и вот эта магия уже немножко исследована, есть определенные правила, есть определенные законы, да, которые, зная которые, можно создавать user experience, да, хороший user experience. Ну, это, как знаете, так есть. Есть такие законы, там, например, что как закон всемирного тяготения, да, если я, например, вот сейчас выйду за кошку куда-то, да, чтобы я вам не говорила, что я еще вернусь, ребята, и мы с вами поговорим, я не вернусь, да, я столкнусь с такой реальностью. Вот так и здесь, да, можно говорить про продукт, что он офигенный, что он всем понравится, что у него будут миллионы пользователей, но если не соблюдаешь определенные законы, да, ну, скорее всего, вы столкнетесь с жестокой реальностью. И, так, про... И вот, наверное, вот уже совсем нашим языком, да, вот если обобщить все эти ингредиенты, которые специалисты замешивают в свои пирожки, давайте представим, что наш IT-продукт – это вот пирожное, которое мы печем для любимой партии, да? Тогда ингредиенты этого пирожного, рецепт, по которому мы его будем готовить, да, так, чтобы он понравился бабушке, зная то, что ей нравится, зная, что, например, на мед у нее аллергия, мед мы сюда добавлять не будем, да? Это будет human-centered design. Когда мы сделаем этот пирог вот такой высоты, чтобы он, его можно было спокойно укусить, да, вертевая рот. Ну как, биг-тестинг. Ну да, вот так вот. Или, например, сделаем его мягким и сочным, чтобы наша бабушка там, чтобы у нее не вывалились протезы, когда она будет его кушать. Это про изобилие. А вот все это вместе, плюс наша душа, которую мы вкладываем в это пирожное для любимой бабушки, любовь, и вот эта вот вишенка в коньяке наверху, да, все вместе. Это складывается в user experience для нашей бабушки. И если мы угадаем со всем с этим, и вот именно с этой вишенкой, да, причем понять, что мы с этой вишенкой угадаем, практически невозможно, да, это вот, вот эта магия. Все, бабуля нас будет просто обожать, будет просить пирожные опять и опять, да, как бы, и мы в шоколаде. Вот так же происходит и с этими продуктами. Ну, это уже немножко про мою типичную историю. И вот сейчас я бы хотела все-таки... О, Юра, где наша книжечка, суперкнижечка? Не знаю, я не брал. Я так понимаю, из нашей корпоративной библиотеки пропала книжка, да? Я сейчас все расскажу. Давай, давай, а то я начинаю волноваться. Так, где книжку? Специально еще, смотрите, так сделал, чтобы я не узнал, какая книжка пропала из нашей корпоративной библиотеки. Ну окей. На самом деле, да, у нас есть шикарная библиотека в компании, а в этой шикарной библиотеке есть шикарная девочка директор библиотеки. И когда я к ней подошла, попросила хорошую книжку, чтобы вот, ну, кому-то, кто хочет начать что-то в IT, она была хорошим подспорьем, она мне это дала, я, честно говоря, сама не знаю, что это сюрприз, но она сказала, что она действительно классная, и я поверила ей на слово. Вот, поэтому, ребят, можно пустить передам? У вас ручки есть у всех? Давайте я раздам ручку. В чем проблема? В чем проблема для меня, как для человека, который пришел в IT из другой отрасли? На меня я открыла UX, раздайте всем снизу, UX случайно, абсолютно случайно. И если бы я ориентировалась исключительно на его название, вот UX, я бы в жизни просто даже не начала интересоваться, что это такое. Идите там дальше, ну, не знаю, не рассчитано для моей головы. Раздать бумажки, да, всех? Вот, мне нужна реальная бумага. Да? Ну, я пока скажу задание, ну, задачу, которая нужна, мне реально нужна ваша помощь. UX, ну, это не вкусно. Это западное, дикое слово, чуждое нам. Как бы, я уверена, что многие люди даже не заглядывают в эту область, потому что вот, ну, услышишь UX, и как бы, ну, это, наверное, из медицины, что ж, да, из космоса, это не про нас. Давайте вот прямо здесь придумаем наше родное название User Experience. Вот, ну, вот наше, которое, может быть, а кто знает, вот, может быть, мы сейчас его придумаем, да, а через полгода вы увидите его там в лекции какого-нибудь супер-пупер там докладчика по User Experience, да, и вы будете знать, что в этом есть, да, частичка вашего участия. И в конце, да, мы соберем ваши листики, ну или даже сейчас, да, вот поговорят, чтобы больше всего, да, креатива порва, надо ограничить на времени, да,
Вот давайте вот сейчас за 2 минуты, да, напишите, давайте внесем свой вклад в область user experience, да, в нашей стране. И вот то описание, которое, вот я там Юре пока буду рассказывать, которое он посчитает таким... А ты за название или за описание хочешь дать? Нет, я хочу название. Название. Мне не нравится слово UX с точки зрения, что, ну, вот оно... Русского языка. Русского языка, да. Ну, должно быть у нас свое название, вот это вот Дима Фамира User Experience. Я понял. Я тогда, ребята, те, кто собирается в этом участвовать, я вам предлагаю там инициалы свои поставить, а то я так и не узнаю, кто написал. И книгу заберу назад в библиотеку. Вот. Как-то так. Я так понимаю, до конца доклада в свободном режиме. Ну хорошо, я хотела немножко ограничить время, ну ладно. Хорошо, до конца доклада. Ну и вот теперь как бы немножко про мою нетипичную историю прыжка в IT. Вот. Почему она нетипичная, немножечко дальше объясню. Вот. Ну, в любом случае, я надеюсь, что что-то из этого, может быть, будет вам полезно. А самое главное, может быть, на основании моей истории вы поймете, что все доступно, главное захотеть, да? Ну, для нас ограничений не существует никаких. Итак, я долго мучилась в банке, и я честно скажу, что я не знаю, я бы, наверное, из него и не ушла, потому что... Можно сейчас легко сказать, что я была такая смелая, написала заявление на увольнение, решила с этим там порвать раз навсегда, положила заявление на стол, ушла. Нет, это было тяжело. Все-таки там более 10 лет опыта работы, там родители гордятся, там статус, все. Очень тяжело на самом деле. Кто работал, он знает, на это наступить. Даже в угоду своему призванию, своим потребностям, да. Но так сложились обстоятельства, что мы должны были переезжать с семьей в другую страну. И у меня появился хороший такой вот катализатор для того, чтобы ага. То есть у меня было оправдание для самой себя, почему я это должна сделать. Я уволилась. Потом, как обычно так в жизни получается, переезд в другую страну отменился. Вот. И у меня осталось перед выбором, что либо мне возвращаться обратно в банк, либо все-таки немножко затаить дыхание и попробовать поменять свою жизнь. Да, и все-таки вот у меня такое было очень глубинное внутреннее желание прожить дальше жизнь, именно делая то, что я люблю, то, что мне нравится, вот просто по душе. И здесь не повезло, вы сейчас, наверное, начнете фыркать про 2 года отдыха, что, конечно, да. Любой, когда 2 года отдохнет потом. 2 года отдыха, он там потом на это, ну, на самом деле, 2 года отдыха это здесь, так они смотрятся, да. То есть я здесь отпустила рождение детей, да, я отпустила здесь... несколько проектов, которые я создавала, запускала сама, пробовала на ощупь то, что же мне нужно, да. Несколько областей, в которые я погружалась, чтобы тоже понять, мое это или не мое. Ну и в результате я вот так приехала в феврале 2016 года. Я очень хорошо запомню, наверное, этот февраль 2016 года, потому что тогда на меня случайно свалился UX. Как он на меня свалился? Я вам сейчас показываю картинку, которая вот релевантна только для меня, да, просто для примера. Многие, глядя на нее, вообще для себя ничего не вынесут, может быть, она их не затронет, задушит и так далее. Но вот я, случайно, просматривая другую тему в интернете, наткнулась на эту картинку, и я просто замерла. Потому что все то, что чему-то мной хотела найти применение, то есть я знала, что у меня хорошо получается это из одной области, вот это из другой, а вот это я очень люблю, а вот этого, если подучиться, наверное, оно мне тоже будет круто получаться, и мне нравится этим заниматься, но где же это все объединить? И тут бабах, вот мне приходит вот эта вот диаграмма там Лена, да, где все это объединяется, 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 и сводится к этому непонятному слову UX. Ну, я зарылась, конечно же, тут же зарылась в интернет, я приостановила, в тот момент тоже начинала какой-то свой бизнес, все приостановила, отправила всех партнеров к черту, зарылась в этот UX, и вот, понимаете, вот это вот ощущение, я не могу его передать, про него часто пишут в книгах, но когда его ты не испытаешь, не понимаешь, вот это ощущение озарения, когда ты понимаешь, что, боже мой, да вот же оно, вот же оно мое, да? И чем больше ты про это читаешь, тем больше ты понимаешь, что да, это же это, вот оно, я хочу только туда, и никак иначе. И что происходит дальше? Я начинаю изучать эту сферу, как туда попасть. Оба, и начинается моя нетипичная история. Потому что в большинстве случаев UX переходят люди либо с образованием в IT, либо с образованием в психологии, либо в социологии.
В большинстве случаев туда берут людей, у которых есть какой-то бэкграунд в IT или в бизнес-анализе. Ну и самое вот ужасное для меня, наверное... Замкнутый круг получается какой-то. Да. Чтобы попасть в IT, нужен опыт в IT. Да, да, так часто, кстати. И вот это вот самое ужасное для меня, да, что я тут прочитала, что оказывается средний возраст, да, ребят в этой сфере, это 28-30 лет, вот, включая директоров, вот, ну, я знаю, что побольше. И вот это меня, честно говоря, ну, там, на тот момент 35 с большим плюсом мне было, и для меня это был шок. Но, как говорится, я поняла, что есть мечта, ради нее стоит отложить просто все. Вот, и делать пока то, что ты можешь делать сейчас, да? Ну, пускай ты не видишь, как ты дальше попадешь в эту конечную цель, надо делать маленькие шажочки, идти, 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 и что-то перед тобой, да, откроется, да? Ну и вот это чудо, которое передо мной случайно открылось. Значит, я долго-долго всего изучала, я выстроила систему из себя, из всех курсов, которые можно посетить, из тех книг, которые нужно прочитать. Вы знаете, когда в интернете начинаешь читать советы, да, и все это, если вот складывать в один файл, то у тебя получается вот, ну там, штук 150 книг, штук 100 курсов, слушай, он со мной не дружит, штук 100 курсов, да, и прочего всего, что тебе нужно там, из чего можно выбирать, а из чего же реально выбирать, да. И вот тут на меня начало, вот как говорится, да, как только ты фокусируешь свое внимание на чем-то одном, на тебя начинает информация со всех сторон по этой теме просто лететь. И тут я начала разговаривать со знакомыми, с знакомыми айтишниками и так далее, и все мне говорят, а, UX? Ну, если в нашей стране, то это только UX-пресса. Только UX-пресса, только UX-пресса, только UX-пресса, видением, 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 короче, у меня уже скоро снится стал видением с UX-пресса. Вот, я залезла, изучила все про экспресса, я узнала, что у них, оказывается, есть учебный центр IT-Mind, где они учат Use Experience, и, ну, это не реклама, ребята, у меня занимается, это просто что. И я прочитала их программу, и мне она очень понравилась. И единственное, что вот зафрендилась в Фейсбуке с ребятами, которые тренера, вот Илья Крючков, да, я косила, зафрендилась с Юрой Веденевым, что мне уже перестал сниться в Фейсбуке, и потом мне это помогло, я расскажу, почему и как. Тоже могу рассказать. Ну, ну давай, дайте. Да, и как бы, ну и прочитав про все, я поняла, что на самом деле просто нулевая, я туда не пойду, меня туда просто не возьмут. И решила до осени, до осеннего набора дать себе вот 5 месяцев изучить эту тему сама, да? Ну, вот попробовать просто через онлайн-курсы, да, онлайн-книги какие-то, купить какие-то книги, изучить эту тему сама. Вот. 5 месяцев у меня прошло самообучение, я повесила перед собой, на самом деле все знают, наверное, как тяжело учиться дома, да? Как тяжело учиться, когда у тебя нет экзаменов, которые тебе нужно сдавать, например, да, там, или когда не отмечают твое посещение, все, это очень тяжело. Я распечатала себе такой плакатик, знаете, там такая рука, как, помните, вот, а ты записался в добровольце, да, с военного плаката. Есть такая же рука, а что ты сегодня сделал для достижения своей цели? И вот каждое утро я вставала, у меня день начинался с этой таблички, и я бежала, садилась, значит, за компьютер и начинала дальше учиться, пока вот не чувствовала, что у меня сегодня уже все, хватит. Алис. Значит, ну и тут, значит, рассказываю, проходит 5 месяцев, у меня по планам еще 2 месяца до осеннего набора в IT-Mind. И тут я случайно в Фейсбуке, так как я зафрендилась с Юрой, вижу, боже, ну давай, видишь, я как раз сейчас. И вижу, что они объявляют, у них открыта вакансия на там UX, на опытного UX специалиста. Значит, давай честно, вот ты видела там фразу опытный или нет? Ну, видела. Окей, ну мне самому интересна эта история, потому что я ее не слышал за этих. Ну и честно скажу, что я увидела эту вакансию, да, я ее отложила. То есть я сразу там просканировала, поняла, что это ну не про меня, ну какой опыт там, UX и так далее. Я ее отложила, но потом я поняла, что вот знаете, вот оно у меня зудело просто вот здесь, в позвоночнике, и я поняла, ё-моё, это же шанс. Ну в конце концов, ну что я потеряю? Ну ответить мне нет. Ну и дальше, ну продолжу дальше так же учиться, ну так же попробую попасть в IT-Mind. Что я потеряю? Я сделала резюме, кстати, про резюме отдельный разговор, да? Когда мы слушаем умность HR о том, как нужно сделать резюме и себя продать, значит, оно так все выглядит красиво, логично и понятно до того момента, пока ты начинаешь делать резюме для себя.
И в этот момент оказывается, что ни один из тех пунктов под тебя ну, просто не подходит, да? Просто. И ты вроде бы считала, думала, что ты все умеешь, ты сможешь сделать классное резюме, а оказывается, что нет, нафига, вот сейчас сиди, твори и думай, как же себя продать. В общем, я сварганила какое-то резюме, отправила, и меня пригласили на собеседование, ребят. То есть на собеседовании у меня вот так вот под столом вот руки тряслись. Было незаметно. Ну, до той поры, пока я планшет не взяла. Пока мне, потом меня попросили показать что-то там из выполненных задач, я взяла планшет и поняла, что у меня, ну вот когда я беру планшет, он у меня вот так вот положила его на стул и начала тыкать пальцами на столе. Вот. Ну и что, в результате, не знаю, как произошла эта магия, это чудо, и меня пригласили, то есть на 2 месяца жалко, то есть ребята явно поняли, что я не Алис в UX, да, я не суперспециалист, но меня взяли на 2 месяца стажировки прямо в компанию. Со мной работали вот эти ребята, которых я так хотела попасть на курсы. По сути, мне вот здесь, вот, да, я так думала, это как активно учусь, но вот здесь вот мне привинтили моторчик ракеты, да, у меня было такое впечатление, вот так вот затурили в космос, потому что я с такой скоростью вот здесь вот все изучила, поняла, систематизировала для себя. У меня настолько это все за 2 месяца устаканилось, стало на свои места. И я еще больше, конечно же, влюбилась в user experience. И вот, ура! Меня взяли на работу. Теперь я работаю в компании своей мечты. Да, я 2 слова просто скажу, что на самом деле у нас была открыта вакансия для опытного специалиста. Там, ну, как бы черным по белому было написано минимум 11, по-моему, месяцев или там что-то такое опыта. Вот, и тут прилетает вот это резюме, где написано, что привет, это ребята, да, приветули, да. Ну, честно сказать, резюме было составлено отлично, то есть, несмотря на то, что Яна говорит, что ну, как бы резюме, там, это может быть там, не супер важно, или, окей, ты так не сказала, но, по крайней мере, я хочу сказать, что это очень важно. Там было вот, знаете, там, иррациональное решение такое, надо позвать, потому что, и там куча положительных качеств Яны, я сейчас просто не буду забирать твое время и тебя хвалить, вот, ты знаешь, как мы тебя уже похвалили за это. Вот. А потом было собеседование, на котором тоже, ну, Яна буквально влюбила в себя, во-первых, меня, во-вторых, человека, который вот, непосредственно работал эти 2 месяца вместе с Яной, и мы ни разу не пожалели за это время, что мы решили в тот момент, скажем так, прикрыть вакансию для опытного специалиста и взять на стажировку Яну. Вот. Тут очень важно то, что у Яны был и есть предыдущий опыт, который никуда не девался. Она не выбрасывала его, заходя к нам в компанию. Она им пользовалась для того, чтобы развиваться, для того, чтобы там, учиться. И я уверен, что ну, вот на тех проектах, на которых Яна уже поучаствовала, она уже доказала то, что ее предыдущий опыт помогает ей, помогает ее работе. Я вам предлагаю просто задуматься над тем, а где ваша экспертиза? Ну, если вы там, студент все еще, то где? Если вы все еще студент, то где ваши знания? Если вы где-то уже работали, то где ваша экспертиза, которая вам поможет в новой профессии? Неважно, это UX-специалист, это бизнес-аналитик, это ASO-специалист, это там разработчик или кто-то еще. Ну, слушайте, я же даже не поняла. А книжка? Книжку, а как что же мы будем делать с книжкой, ребята? А вы свои контакты оставили вообще, как вы знаете, или нет? Нет. Юра, все спасай. Давай читай. Давай читай. Ну, я же вам, ребята, не сказала самое главное, ну ладно.